Резиновыми пулями обстреляла полиция людей, собравшихся отпраздновать Навруз в Стамбуле. Отметить весеннее равноденствие пришли в основном курды. Однако власти запретили массовые мероприятия под предлогом усиления мер безопасности после теракта в Стамбуле. В результате, когда люди стали собираться на одной из площадей, правоохранители применили силу. Жестко турецкие власти действуют и в отношении мигрантов. Анкара теперь должна принимать обратно нелегалов, которые через ее территорию добираются в ЕС. И вот появились кадры, как в море. Турецкая береговая охрана едва ли не топит переполненную людьми лодку, идущую в сторону Греции, разворачивая ее в турецкий порт. Между тем, тысячи протестующих в Европе в выходные вышли на акцию в поддержку мигрантов. Демонстрации прошли в Испании и Британии. Митингующие выступили против соглашения ЕС и Турции, которое предусматривает высылку нелегалов. В Анкаре заявили, что эти акции их не касаются, и несогласие ряда стран с договором – проблема ЕС.